Сельхозпредприятия Тверской области получат поддержку на развитие племенного животноводства. Вопрос обсуждался на заседании правительства Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени. Все подробности у нашего корреспондента Ирины Синягиной. В этом году субсидии на поддержку племенного животноводства предусмотрены предприятиям Калининского, Конаковского, Бежецкого, Зубцовского и Торопецкого районов, а также Кашинского городского округа, занимающихся молочным и мясным скотоводством, звероводством и коневодством. Игорь Рудени отметил, что аграриям для развития необходимо понимать перспективы получения поддержки. Горизонта планирования в один год явно недостаточно, считает губернатор. Просто работу необходимо по горизонту планирования расширить. Минимум должно быть 3 года, которые должны быть публично показатели закреплены и представлены участникам рынка. Указания Минсельхоз получил. Сейчас, надеюсь, они наладят работу. В текущем году на поддержку сельхозтоваропроизводителей Тверской области по этому направлению предусмотрено около 100 миллионов рублей. Из них 85 миллионов – федеральные средства. Финансирование ежегодно увеличивается. По сравнению с 2017 годом объем поддержки вырос на 35 миллионов рублей. В настоящее время ставка субсидии равна 306 рублей на одну условную единицу маточного племенного поголовья сельскохозяйственных животных. Сельское хозяйство, оно, наверное, характеризуется определенной инертностью в каком-то смысле, да. И для того, чтобы сельское хозяйство вывести на достойный уровень экономически, это не просто деньги, это самое главное человеческий ресурс, это специалисты, которые должны работать на территории, и горизонт планирования в один год, ну, явно недостаточно. Напомним, что 3 сентября в этом году в региональном правительстве заключено соглашение о сотрудничестве по реализации крупного животноводческого инвестпроекта, строительство в регионе современных высокотехнологичных молочно-товарных ферм и молокоперерабатывающего завода. Проект предполагается реализовать в Кашинском городском округе. Объем вложения составит до 18 миллиардов. Кроме того, расширить производственные мощности готова компания «Коралл». Речь идет о строительстве на территории Тверской области 6 новых свиноводческих комплексов и селекционных генетического центра. Также «Коралл» планирует ввести в оборот более 22 тысяч гектаров земель сельхозназначения.